Поворотный момент для процесса Брексита. До недавнего времени срок выхода Великобритании из Европейского Союза был намечен на 29 марта. Однако теперь премьер-министр Тереза Мэй предоставила законодателям шанс отложить Брексит в случае, если в следующем месяце они снова отклонят ее сделку с Брюсселем. Однако она предупредила, что отсрочка может быть делом только нескольких месяцев. Продление за конец июня будет означать, что Великобритания примет участие в выборах в Европейский парламент. Что подумают более 17 миллионов человек, которые около 3 лет назад проголосовали за выход из ЕС? И палата должна понимать, что небольшое продление, не до конца июня или больше, определенно должно быть одноразовым. Кроме того, 12 марта законодатели также смогут проголосовать за выход Великобритании вообще без соглашения с Брюсселем. Лидер оппозиции Джереми Корбин сказал, что даже если договор утвердят, его также необходимо вынести на всеобщее одобрение. Провалившийся договор премьер-министра не дает определенности и гарантий для будущего. Палата его отклонила преобладающим большинством. Теперь возможные сценарии варьируются от выхода из блока без соглашения до договора, заключенного в последнюю минуту. Еще один вариант – новый референдум. Однако в этом случае, как говорит Тереза Мэй, голосование еще больше усилит разногласия в обществе или даже приведет к полной отмене Брексита.